Ребята, которые шагнули во взрослую жизнь из стен детского дома, спустя время вновь встречаются в своем родном учреждении. Выпускники последних 2 лет, как одна большая семья, собрались вместе за чашкой чая, чтобы пообщаться со своими друзьями и педагогами. Любовь к детям помогла Насте Гладышевой определиться с выбором будущей профессии. Девочка мечтает стать учителем, поэтому поступила в Тамбовский педагогический колледж. В детском доме Настя пробыла недолго. Воспитывалась она в другом учреждении. Но со здешними ребятами сразу подружилась. И сегодня с удовольствием приехала на встречу выпускников. По всем мы очень скучаем, вспоминаем часто. Иногда даже уезжать как бы было неохота. Как говорится, пришлось. Здесь вот приехала, тоже мои есть дети. Нужны вам такие встречи, как ты считаешь? Ну, я думаю, да, что это встречи, как бы, не забывать друзей своих, не забывать, как бы, кто нас, как бы, наставил на путь истины, можно сказать, может найти себе друзей новых, как бы, мы все, как одна большая семья. Павел Агапов в этом году заканчивает 11 класс и будет выпускаться из детского дома. Не так давно Паша побывал на фестивале творческих проектов по экологии в Москве. Презентация Павла заслужила диплом лауреата конкурса. Парень хорошо учится, но еще не решил, кем станет в будущем. Но зато уверен, что уже готов к самостоятельной жизни. Подготовился уже, все время понимал то, что я выпущусь, и меня ждет жизнь. Тем более нас здесь готовят. Мы здесь уже с самого начала учимся, да, готовить, там, мы занимаемся работой по дому, там, у нас каждое дежурство проходит раз в неделю, вот, мы накрываем, там, убираемся в доме, поэтому, в принципе, проблем не должно возникнуть. Сегодня Павел тоже пришел на встречу с выпускниками. Общение со старшими поможет приобрести опыт, который пригодится в будущем. Все здесь хорошо знают и помнят друг друга, ведь почти с самого детства эти ребята жили и росли вместе. У каждого здесь своя судьба и своя жизненная история. За чашкой чая выпускники с удовольствием общаются друг с другом о том, как сложилась их жизнь за порогом детского дома. Вообще у нас проходит встреча выпускников ежегодно, но мы даже стараемся их почаще, конечно, приглашать. Всегда им интересно встретиться, повидать друг друга. А нам пообщаться с ними, узнать об их проблемах, об их успехах. Стены детского дома были и навсегда останутся для его воспитанников родными. Здесь ребята получали внимание, заботу, доброту и, конечно, все необходимые знания, которые они сегодня применяют в самостоятельной жизни. Ирина Птуха, Степан Дикаленко, новости ТВ рассказывала.